Всем привет, дамы и господа, с вами Неломоб. Мы продолжаем разбираться и изучать игру под названием Pet Shelters, или Shelter, Pets Shelter, то есть питомник. Мы тут с вами уже увидели тут в прошлой серии кокулинки, которые пока что непонятно как убирать. Тут у нас один пёся хочет сильно играться, он у нас прямо очень хочет играться, и нам, наверное, нужно с ним играть. Сейчас мое задание следующее. Ну, игра это, конечно, дело хорошее. Ой-ой-ой, что ты там-то делаешь такое? А ну, пусти ногу. Вот так. Так, войдите в режим строительства. Купите место для мытья. Место для мытья. Сейчас мы тебя тут поиграем немножко с тобой, с твоим мячиком. Может быть, со временем можно будет какие-то другие игрушки покупать для наших собачек. Для наших котиков, собачек и всем подобных существам. Черепашкам, лягушкам. На самом деле, тут только, по-моему, собаки и кошки. Я так просто уже балуюсь чуть-чуть. Так, игра заполняется. Давай еще брошу тебя. Держи, туда, подальше. Может, чем дальше кидаешь, тем он больше играет? Чем больше у него происходит игра? А если я вот так тебе брошу туда, в угол? С одного угла в другой. А ну-ка, чтобы он дольше... Во, все, он наигрался. Хочет кушать. Все, хватит тебе. Иди теперь отдыхай. Еды у тебя нет, правда, я смотрю. Но я могу тебе добавить такого корма, смотри. Насыпим сейчас. Может, подперекусишь. Плюс можем воды тебе тут налить. Смотри ты меня своими глазенками. Так, полная. Холли, мы должны тебе найти хозяина какого-то, но нам нужно в режим строительства как-то войти. Это с компьютера, кажется. Может быть, мы должны были сфотографировать Холли. Поднять. А их как-то можно выкидывать, эти снимки? Я просто пока что... Это Беня. Это у нас кто? Это у нас Отто. По-моему, этих мы уже продали. Вернее, отдали в руки хозяевам. Так, ладно, у нас сейчас задача вот письмо. Что там нам пишут? Где письма? Так, хочу взять Бенни. Хочу там что-то еще. Это все, видимо, старые письма. Так, что у нас? Не прочитано. Спасибо за питомца. Мне благодарят. $297 мне дали. Так, а где тут режим строительства? Вот он, смотрите-ка. Первый раз это дело все изучаем вместе с вами. В режим строительства вошел. Купите место для мытья. Ух ты. Место для мытья. Расширение офиса. Расширение лечебницы. Расширение помещения для мытья. Помещение для мытья. Это? Вам нужен токен расширения. Вы получите один каждый уровень репутации вашего приюта. Фонды. Задание. Купите место для мытья. Каким образом я должен его купить? Чуть-чуть тут уже красненькое. Ага, двигать. Во. Место для мытья купите. Может быть, надо расширение сюда нажать? Место для мытья уровень 1. 2900 с чем-то долларов. Допустим, типа я его как бы купил. Это туда, куда я могу установить? Как его вращать там? Кнопочкой какой? Вот так. Оп. И что? Место для мытья. Тут нигде все. Все у меня. Место для мытья у меня все. Не под это самое. Не подходит. Вход. Вот вход. Как же мне тогда сделать? Выйти из режима строительства. Фонды. $4000. Назад. Мебель. Здание. В режим. Купите место для мытья. А, место для мытья. Токен расширения. Токен для расширения. Вы получаете один токен за каждый уровень репутации вашего приюта. Уровень репутации приюта мне нужен как-то. Расширение офиса. Уровень. Так это ж такое, как у меня сейчас офис, нет? А зачем мне смысл этого расширять офис? Жилые здания. Ух ты. Так, вольер для кошечек. $2100. Но у меня сейчас не купите место для мытья. Расширение помещения для мытья. А место как купить? Мебель. Здание. Мебель. Так, оборудование клиники. Оборудование для помещения для мытья. Машина. Голубая стиральная. Полка. Поддон. Так, место для мытья. Я не понимаю, как это сделать. Высокая кирпичная. Мы можем сами строить. Декоративная беседка. Металлическая. Может быть, мы должны... Ой. Стенки сами как-то строить себе, как бы тут уголочек такой какой-то.
Не понимаю пока что вообще ничего. Ничего. Может быть, мы бы здесь могли мыть, оборудовать его, это место? Купите место для мытья. Что значит купите? А, место для мытья. Стоп. До меня, кажется, начинает доходить. Мебель, оборудование помещения, поддон. Может, что-то из этого? Поддон. Типа, чтобы мы там как раз полоскали эту собачку, котика и так далее. Место для мытья. Купите место. Тут как бы ничего не ставится. И здесь, по-моему, туда даже заходить... Нет, туда я заходить могу. Но оно не крутится, не вертится. Ну, похоже на душ. Токены расширения территории 0. Расширения территории у меня нет. Это полка. Полка. Это только в здание можно поставить. Вот в зелененьком. Понял. Поддон. В зелененьком. В зелененьком. Я тут вообще нигде зелененького не вижу. Все у меня красное. То есть я нигде не могу это установить по какой-то причине. Назад. Оборудование для кошечек. Клетки для кошечек. Офиса, клиники, оборудование. Так, медицинская лампа. Это уже потом все. Это все потом. Вот это, мне кажется. Стиральная машина. Тоже. Может, мне нужны эти токены? А я что-то не понимаю. Так, как мне эти токены заработать? Непонятно. И иду тогда что? Искать еще какого-нибудь себе найти? Вот этого Зельду. Взял себе Зельду какую-то. Фух. Господи, как же с этим всем разобраться теперь? Мне должен был сделать фотографию твою. А ну-ка. Качественную причем. Так, есть фотик. Фотику сделал. Ай, чего? Чуть не то сфотографировал. Так, машина приехала с новой собачкой. Вольер. Вот, Зельда. Очень голоден. Ша, мы тебя подкормим. Ставим. Фоточка, корм. Миска с кормом. Наполняем. Как же он набросился на воду у меня? Так, вода. Вода. Опа, поднабрал. Ой, мимо. Ой, что-то воняет тут у вас. Так, полный, готово. Я фотик потерял. Ой, что это у меня все с рук валится? Фотосъемка. Да я знаю, как пользоваться фотиком. Тут, кажется, немножечко... Тут вижу вот такая собачка, в общем, еще одна. Так, что-то там лают. Гигиена. О, надо как-то помыть тебя, дорогуша, смотрю. Вот здесь было бы неплохо. Положите. Подожди, я что сделал? Фотоаппарат. А, забрать. Может быть, надо как-то территорию расчищать? А я не знаю. Вот какие-то ящики. Купите место для мытья. Легко сказать, я не понимаю пока что как. Ничего не объясняют. Ладно. Вот мои снимки, сканер, раз. Ой, это вообще какой-то непонятный снимок. Этот снимок, наверное, мы пока что как-то вот тут положим. О, это хороший, Холли. Холли, держи. Так, по поводу объявлений. Животные в приюте, больше информации. Новый дом, Холли. Холли, Зельда. Это Холли. Выбрать. Найти новый дом. Так, может быть, мы так репутацию себе должны вначале увеличить. Животное. Уже письмо сразу мне пришло. Ответить. Ну, давайте, берем вас. Мне нужно как-то животных, видимо... Так, тут все найдите. Холли бы только что. Холли, нам нужно сделать новое объявление, правильно? Животное, выберите дом. Подождите-ка, Холли. Так, мы же уже с Холли, по-моему, только что разобрались. Это же был Холли. Ну... А вот эту? Зельду. Зельду никто не хочет. Животные. Так, непонятно. Режим строительства. Звуковой сигнал. Пумц. Машина приехала. О, это же я только что приобрел это помещение, на которое я смотрел с ящиками. Так? Так, по-моему, так. Тихо. Мебель, украшение здания. Для мытья. Оп. Ой, ну это какое-то что-то слишком большое это все. Туда ничего не поместится, судя по всему. Купите место для мытья. А ну-ка, подожди. Мебель, наверное. Оборудование.
поддон, что ли? И я все равно не могу ничего-то установить. Очень странно. Место, по-моему, купил. А если я сейчас туда выйду просто? У меня новое сообщение. Отдам... Так. Что-то там... Ладно, нету времени. Животное в приюте. Зельда. Так. Не размещено. Не доверяет людям. Надо поиграть с ней, понял? Купите место для мытья. Фу, так, мы тут этого Холли хотели отдать. По-моему, тебя. Пошли, Холли. Холли, тебе новые хозяева. За тобой приехали новые хозяева. Так, нажимаем. Нет места. А я здесь приобрел что-то, не приобрел. Открыть. Items. Нет, это какой-то warehouse, типа склада. Так а что же тогда я должен купить и место для мытья? Я не до сих пор никак не могу его приобрести, потому что не понимаю. Так, итоги. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Все вроде как довольны, но есть, видимо, какие-то... Не, все нормально. Письма, благодарности, удалить. Продать? Ну да, допустим. Поставить. Может так? Я не знаю, я учусь, я без понятия. Ага, так не ставится. Ну, замечательно. А так? Так вроде ставится. Потом можем, по идее, переменять. О, получилось. По-моему, получилось. Галочка поставилась, нет? Возьмите собаку вместо для мытья. Так, я что-то там продал. Какое-то здание непонятное. Так, ну давайте разбираться. Возьмите собаку вместо для мытья. Этого ничего не объяснили, что мне нужно что-то там продать. Гигиена. Во, как раз у меня у Зельда грязнуля. Пошли тебя мыть, тут уже нагадили мне. Место для мытья. Идем тебя мыть наконец-то. Так, поддон. Поставили собачку. Возьмите шампунь и вылейте его на собаку. Шампунь. Привет. Medical шампунь. Медицинский. Так, льем. Вот так. Возьмите губку и потрите собаку. Почему не буду его поставить? А, губку. Так, губка. После того, как ваш питомец окажется в поддоне, возьмите губку и положите ее на собаку. Затем осторожно начните перемещать ее по грязной шерсти. Грязь начнет удаляться. Продолжайте, пока индикатор не заполнится. Следующее. Шампунь. Так, выдавите небольшое количество шампуня на... Такое зеленое. На вымытое... Вымытое животное, шампунь. Не понял, фен. Так, высушите мокрую шерсть, ждите заполнения индикатора. Губка, понятно, водяной шланг. Поднимите садовый шланг и смойте пену с питомца. Прогресс мойки будет продолжаться до заполнения индикатора. Ну, как все тут хитро. Так, губкой надо тебя пощухать, да? Шук-шук-шук-шук. Моем собачку нашу. Моем, мылим ее. Ну чё? Ты у нас вся в пене, мордашку тебе помоем. Так, смотри, какая она вся за... Все, что-то щелкнуло. Надо поставить. А губку... Что теперь, шланг? О, шланг. Берем шланг. Сейчас мы тебя польем со шланга. Так, все мыло пытаемся. Все бульбашки посмыть. Посмывать. Так, высушите собаку с помощью фена. Вот фен. Опа. Сейчас мы тебя сушим. Ох, какие глаза удивленные. Ты что со мной делаешь, хозяин? Хозяин, ты что со мной делаешь? Что-то как-то не совсем сушится. Может, надо так водить? Долго, слушайте, процесс сушки идет. Но зато чистая собачка. Ухоженная будет. Новый хозяин будет доволен. Так на меня смотрит. А ну-ка, прогресс. Как-то медленно сушится. Я что-то не так делаю? Эй, дружочек, что не так ты делаешь? Где ты там еще мокрая? Может, где-то есть какие-то специальные места, как мы должны эту мокроту всю поснимать? Ну вот я кручусь кругом от этой собачки. Поближе подойду. Голову. А что-то не... О-о-о-о! Есть контакт. Есть контакт. Положили. Животному, найдите животному нового хозяина. Двум. Так, ты у нас чистюля. Надо тебя вернуть в твой вольер.
посмотреть, какие у тебя там сейчас эти самые. Ой, какие у тебя сейчас там нужды есть, чтобы ты была счастлива. Какать хочет. Какать хочет. А ты... О, подожди. А я одну собаку сдал, да? Одну продал. Так, подожди. Тут вода полная, миска полная. А тут водичка есть. Давай нальем. Она полная, тут корма нет. Ух-ух-ух. Вот серуны. Так, насыпаем миску на всякий случай. Так. Какуля еще не научился убирать. С этим складом непонятно также, что делать. Это я полочки тут понапокупал, и потом, видимо, как-то смогу их еще переставлять. Так, мне нужно новых... Что я нажал? С этими снимками, их тут у меня куча валяется. Так, мне нужно нового приютить. Во-во-во, примите животное. Алексис, берем. А я то не сфотографировал животное. Как его звали? Зельду? Новый дом. Не доверяет людям. С Зельдой нужно поиграть, видимо, да? Больше. Либо погладить нужно ее, либо с мячиком поиграть с Зельдой. Так, мне привезли новую собачку. Эликс скучает. Очень голоден. Ща, подожди. Ты пока что питайся здесь, а мы тут пока что попробуем. Ой. Попробуем поиграть с тобой. Тут где-то у меня был мячик. Мячик. Эй. Смотри, что у меня есть. Хочешь, поиграем? Что там у тебя с игрой, кстати? Игра. Хорошая игра. А мячик ты принесла? На тебе еще мячик. Ну, игра у нее максимально. Голод, жажда и сердечки. Вот я говорил, что ее нужно гладить. А как тебя гладить? Я не помню. Какой кнопкой? О, что-то гавкает. Тихо. О, сердечко. Раз, два. Ух, лает на меня. Ты что лаешь? Ты что на меня лаешь? Так, давай посмотрим, как показатели какие-то есть. Давай еще присяду. Ух, ух, как она на меня смотрит. Иди, куда ты пропала? Иди сюда. Ух, смотри, выделывается как. Давай мы тебя сейчас... Я тебя и помыл, и то, и сё, и третье, десятое. Ты что-то как-то это самое... Не спешишь дружить со мной. Ты чё так выделываешься? Эй, я тебе столько внимания определил. Давай я тебя поглажу вот так. По носику тебя поглажу, по ушам. Так. И чё, не нравится? Ну, как хорошо, по лапке вот так, вот тебе. Так, и чё там по сердечкам у нас? Скоро будет ещё одно. И сколько долго мне надо за тобой так ухаживать, слушай? Я же замахаюсь. У меня там еще... Ты у меня не единственный, дружочек. А если мы тебя поставим сюда? Если я, допустим, вот этого... Ой, о, какой голодный. А чё ж ты не ешь? Голод. А может быть, ты такой корм не хочешь кушать? Миска полная. Я не понял, что с тобой не так. Иди кушай. Так, мячик. Ух, ты чем тут занимаешься? Неподобными делами. Смотри, у нее что-то совсем это с этим. Тут тоже, тут хотя бы 3 звездочки. О, они, по-моему, вдвоем начали играть. О, бум. Так, может быть, у нее больше у нее это самое. Радости проснется. Так, погладил. О, по-моему, они тут и начинают уже дружить. Неплохо так. Но я понимаю, что тут становится все сложнее и сложнее. Смотрите-ка, собачки как-то начинают странно себя немного... Куда вы мячик дели вообще-то? У меня вопрос еще к вам такой. Мячик, я вижу, что с мячиком неохотно играть. На, Зельда, давай пошпилим с тобой. Чик, игра. Надо как-то найти способ, как вам находить подход, я так понял, потому что... Опа, Зельда уже сердечко появилось, еще одно. Так, что, давайте поглажу тебя. Зельдочка моя, Зельдочка. Надо другой корм, наверное, принести. Они еще и этот самый корм любой кушать не хотят. Надо приобрести, видимо, другой корм, какой-то более хитрый. Видели, они собаки еще привередливые, оказывается. Зельда, магазин, недорогой, печенье, супер лакомство, канистра с водой, недорогой корм для кошек. Ну, печенье,
5 печенек куплю, добавлю в корзину. Супер лакомство добавлю, оно дорогое. Канистра, миска. Миска? Что значит? Вы можете пробовать класть еду на землю, но это не работает. Просто купите хорошую миску для каждого питомца и наполните ее вкусной едой. Ну, возьму еще 2 миски. Пускай будут. Это что такое? Это миска для воды. Ну, воду хотя бы они все стандартную употребляют. Это радует. Медицина. Так. Гигиена. Губка, щетка, фен, шампунь. Это тоже все будет заканчиваться. Лоток. Игрушки. Опа! Мячик, резиновая кость. Лазер, футбольный мяч, цыпленок. О, цыпленка куплю 2. Купим цыпленка. Дрон прилетел. Игрушки, украшения. Лампа, другое. Фотоаппарат моментальной печати. Сразу и печатаешь? Так, по-моему, нам прилетела еда какая-то. Давайте на нее посмотрим. Распакуем. А, это не то. А где же открыть? Где же мои посылочки? Это что ли? О, взять все. Мисочка новая, мисочка новая. Допустим, мы тебя поставим. Ой, не ту кнопку нажал. Установим тебя вот здесь. Допустим, нажимаем. Что там у нас есть? Что там у меня по корму? Там какой-то хитрый корм был у меня. Лакомство. А ее нельзя в миску класть. Ух ты. Кто там у нас был такой жажда? Ты? Голод. Почему ты не кушаешь? Печенька. На. И чё? Ой, дропнулось. Так, какое там еще лакомство есть? Ноль. Супер лакомство. На. Так, съела. Берем тебя сюда и кладем тут кушать. Тут твоя еда вообще-то. Вообще-то. Как тебя поставить на пол? Почему ты тут не хочешь укладываться? Еще и двери мне мешают. Почему ты не хочешь тут укладываться? Что с тобой? Кремовый лежак. Я не могу ее поставить. Что за ерунда происходит? Нет места, чтобы пустить предмет. Ну ладно, может быть, ты здесь хочешь быть, в этом? Ну, тебе тут больше понравится. О, может, я перепутал. Так, все по вольерчикам. Все по вольерчикам. Подождите-ка, у меня же была еще там какая-то утка. А надо ее протестить. Где там она у меня? Утка. Я ее купил, но я ее не вижу в своем инвентаре. Так, а у меня твоя фотка, кстати, есть? Привет, дружочек. Есть. По-моему, сфоткал. Так. Ай. Ай. Снимок не тот сделал. Еще и дропнул фотик. Так, что там у нас по радостности? Знак восклицания. Тут подупало чуть-чуть. Мы тебя, наверное, должны забрать. Забрать, но надо... Ой, как у меня много всего в инвентаре появилось уже. Давай, мы тебя попробуем. А чё ж ты не подбираешься? Так, попробуем тебя в вольер поместить вот здесь. О, это твой вольер, я так понял. Водичка есть, корм есть. Пожалуйста, кушай. Ты голоден? Ты не голоден. Жажда мучает? У тебя же есть тут вода. В чем проблемка? Попробуем разместить по имени Зельда. Зельда вроде бы уже более радостная стала. Попробуем Зельду... Попробуем Зельду выставить. Был ли у меня снимок по Зельде? Я не помню. Животные прыгают. Так, загрузить. Кто из вас Зельда? А, вот Зельда. Так, выбрать. Собака. Найти нового хозяина. Оу, ей, хватило. Зельда, назад. Алекс. Что у нее? Она что-то у нее общение с людьми маловатое у Алекс. Ага, она не доверяет людям. Ее надо больше гладить еще. Понятно. Но одного мы... А, там уже, походу, хозяин нашелся. Подождите-ка, письмо какое-то. Ответить. Берем. Алекс скучает. Алекс скучает, я тебя понял. Идем с Алекс пробовать. Ну, а играть она по... А, она хочет играть. Она хочет играть, Алекс. Так, а где мой мячик? А утка где моя? Я же... Мячик у меня есть. Я же какую-то еще утку приобрел. Так, смотрим на показатели. Игра пошла. Голод. И она очень голодная. Я не могу... Ага, печенье нарисовано какое-то. Кушай. Звуковой сигнал. Машина приехала. Это за тобой, Зельда. Тебя новые хозяева появились. Радуйся. Наконец-то ты будешь чьим-то. Алекс болеет. О, черт.
Алекс приболела. Алекс приболела. Узнайте питомца поближе, чтобы выяснить его особенности. Что-то должно было произойти, потому что... Так, тут вроде все хорошо. Недоверчивое, голодное животное и печенье. Я ведь такое печенье приобрел? Или это не такое? Лакомство. Миска, не то. Я ведь тебе разве... Может, я перепутал? Не давал тебе лакомство? Держи. Но тут написано, что ты болеешь у меня. Смотри, лакомство тебе собачье дал. Опа, голод у него... Теперь знаки вопроса. Недоверчивый. Здоровье у него упало очень сильно. А что ж мне теперь с твоим здоровьем делать? Дружочек. Дружочек-пирожочек. Мне надо тебя погладить попытаться. Чтобы доверчивость вернуть. Так? Давай, поглажу, давай. Может, ты выздоровеешь? Я тебя поглажу чуть-чуть, вот так. Мне нужно тебе найти хозяев, понимаешь? Я вижу, мне придется тебе, походу, покупать какой-то шприц, там, не знаю еще. Чем у тебя? Надо втереться в доверие тебе, понимаешь? Какой радостный собакин, какой радостный хвостом Маши, такой хороший собакин. Ой, хорошая собака, хорошая, ох, сколько радости. Сердечки. Так, ну и что, сердечки, голод, ты все равно голодный. И ты все равно хочешь этого печенья. Слушай, ты очень, я тебе скажу так, привередливый. Место, чтобы... Перед животным нет места, чтобы дать ему еду. В смысле нет? Нет места перед животным, чтобы дать ему еду. Так как понять? О, появилось место. Так. Так. Давай мы теперь тебя погладим еще. Давай. Я где-то ищу игрушку, как... Может, у меня слотов не было, чтобы я ту игрушку, утку, я раз... Или я ее не купил? Я даже не знаю. Но я пока что с тебя буду гладить. Что у тебя там по здоровью? Ты все же болен? Или тебя здоровье улучшилось? Ага. Это все было из-за того, что... Из-за того, что ты грустил, у тебя было так со здоровьем плохо, да? А что с голодом? Ты все еще голодный все равно. Держи свою печеньку. Еще одна. Ты какой-то очень-очень попался мне привередливый, дружочек. Алекс, мы тебя фотографировали, кстати. Давай тебе еще раз щелкну. Ой, плохое фото. Давай так. Вот так получше. Что ты там нашел? Вы уверены? Выбросить? Нет, но. Может, ты хочешь еще одно печенье? А может, ты хочешь поиграть? А может, тебя просто надо почесать за ушком? Давай тебе еще поглажу. Оп. Так. Хвостиком машет усердно. Давай, дружочек. Мы должны тебе найти новых хозяев. Ты не можешь здесь находиться постоянно. Правильно. Сердечки. Так, что там у нас по сердечкам? Что-то медленно они у тебя идут. Дружочек, где мяч? Может, мяч поиграем еще? Как мне повысить твое доверие? Что там по циферкам пишет? 572. А ну-ка, принес. Оп. Мячик, отдай. Смотри. Эй, играть будем? Так, 572. Смотрим. 596. Да, доверие увеличивается, когда мы играем с ним мяч. Это хорошо. Так, 600. Вот надо бросать. Попасть в семью, вероятно, 72%. Смотри, мы сейчас тут увеличим. 72%. Ты дал на мячик носит. Мы тебе обязательно кого-то найдем. Смотри, шу. И вроде как выздоровел, здоровье максимальное. 72% вероятность попасть. Что его обратно, типа, не принесут мне? Во, у него 73 уже процента. До 4000 я буду до пенсии подымать. Наверное, я попробую пойти снимки обработать. С этими коробками тоже непонятно мне пока что, куда же вас... А их... О, печенье! Там было. Возьми все. Еще какое-то особое печенье появилось. О, у меня что-то... Можно в рюкзак перенести корм, допустим. О, освободить слоты, чтобы я мог... Посылка. Все, иду попробую разместить объявление. Только я забыл, как его зовут. Так, фото. Сканер. Это, по-моему, он. Это пёси.
Пёси, ты? Это ты или не ты? По-моему, ты. Оп-оп-оп-оп. Попробуем. Что там? Благодарности, надеюсь. Животные в приюте. Алекс, вот оно. Не доверяет людям. Отдать, чтобы его дать в семью. Все же доверие еще слабовато у собаки. Ну как же так? Ведь мы с Винни уже так хорошенько общались там. Все у нас были дела. Недорогой корм поднять. Непонятно, почему он до сих пор такой недоверчивый, этот собакин. А мне еще больше интересует то, почему я не вижу тут той утки для игрушки, которую я купил. Как, может, я не заказал? Ой, что я нажал? Что это я не то нажал? Пятерка. Так, и магазин. Медицина, гигиена, игрушки. Плюшевая игрушка. Цыпленок. Добавить в корзину. Сделать заказ. Заказать. Через 10 секунд. В вашем дворе. Хорошо. По поводу этих коробок. Поднять. Смотри, хочешь, я тебе коробку дам? Не хочет. А тут есть мусорка. Можно туда закинуть ее? Используйте майкорный бак. Мусорный бак. Тьфу ты, майкорный. Мусорный бак я пока не вижу. Где здесь посылочка с моей... О, их три мне принесли. Смотри, что я тебе принес. Ты будешь таким играть? Почему нет? Уточка. Не хочешь такую цыпленком с таким поиграть? Походу, это не его игрушка. Не его игрушка. Не его тип игрушки. Может, коты будут с ними играться? Ой, ну ты и привередливая собачка. Ну ты и привередливая собачка, я тебе скажу. Конечно, мы с тобой, я так чувствую, тут долго будем. Может он потом окажется очень верным другом? Так, что там у тебя? Показывай. А, знак, когда будет этот рупор, тогда, значит, тебя можно уже... Тогда тебе можно будет. 4000, смотрите-ка. У него неплохо все. О, все, появилось. А ну-ка, пошли. Мне нужно как-то выполнить миссию, чтобы тебе найти новую семью. И чтобы я видеоролик мог завершить спокойно, с чистой совестью. Так, новый дом, загрузить. Вот это же оно, Алекс, выбрать. Чикс. Поехали, объявление. Только он скоро обкакается, но это не страшно. Так, новый дом. А с этими коробками мне, честно говоря, непонятно. Где там был этот бак, который... Я... Вот тут что-то непонятное. Items. Warehouse. Типа склад, я понял. Warehouse, который я, в принципе, могу в будущем... Так, коробка, посылка. Опа, вот они, цыпленки мои. Они все-таки приехали. Они все-таки есть тут. Видите, они все у меня тут, мои цыпленочки. Цыпленочек, цыпленочек. Фотографии, непонятно, что с ними делать. Вода. Так, это пока можно сюда перенести. А с этими коробками лишними нужно как-то их сортировать понемногу. Ну, те, которые... А потом мы придумаем, где их... Мусор, куда их выбрасывать. Открыть. Точно проверить надо, чтобы они были пустые. Так, что я там заказывал? Машина должна... Ага, или письмо должно прийти с объявлением, что вот хотим вашу собачку себе принять в семью. Так, ну допустим первому. Берем тебя. Я сильно не вчитываюсь. Возможно, это ошибка моя, что я выбираю хозяева так вот. Вот так вот хозяева выбираю. Взять все. Так, цыпленки. Еще раз проверяем. Посылка пустая. Берем. Так, сортируем. Сортируем коробочки. Я думаю, может, коробки надо оставить для кота? Коты же любят в коробках сидеть. Я это точно знаю, что они любят. Так, берем. Наша цель сегодня... Наш звуковой сигнал. Ура! Тебе хозяй! Где ты там у меня? Вот и нос. Ты что тут? Игрался с уткой, что ли? Да? По-моему, он с уткой игрался. Я нашел! Нашел тебе существо, смотри. Опа, все, двоих животных. Прощай, дружочек. Не приближайтесь к Мобилю. Еще одну звезду репутации получите. Ну, этим, наверное, мы будем заниматься с вами в следующем видеоролике, потому что этот и так получился большой. Бум-бум-бум-бум-бум. А как эту репутацию зарабатывать? Спокойный. Все вроде хорошо. Вы достигли нового уровня репутации приюта. Разблокированы новые предметы. Ух. Мы будем смотреть, что там за предметы разблокированы уже в следующий раз.
Расширяйте территорию. Вот это мы будем заниматься. С вами был Неломоп. Увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.